Первым делом, когда я скачиваю книгу PDF, я меняю формат просмотра. То есть открылась книга, а я начинаю крутить ролик прокрутки. То есть так, конечно, читать книгу невозможно. Палец раньше отпадет, чем я найду нужную страницу. Поэтому я иду в Adobe Acrobat Pro. Я не работаю в Adobe Reader. Я работаю только в Acrobat Pro. Файл. Свойства. Вид при открытии. Режим просмотра двойником титульный лист. То есть получается первая страница будет отдельно. Потом они будут идти попарно, как в книгах. А с масштабом надо играть, потому что... надо смотреть. Чтобы не получалось прокрутки. Итак, сохранили. Но чтобы это вступило в силу, надо закрыть. И... открываем заново. Ну, собственно, меня устраивает. Прокрутки нету. Тут некоторые страницы пострадали, но не критично. Да, ну, собственно, вот прокрутка есть. Если что-то не так, то меняю масштаб здесь. Или, ну, по ширине это неудобно, потому что тогда получается zoom in и получается scroll. Иногда бывает неплохо по высоте. Но только не по процентам, то потому что иначе ну, тут получается компьютер автоматически высчитал 158%. То есть я вручную тогда так никогда бы не высчитал. То есть чтобы любая моя прокрутка мышкой привела к смене страницы. А когда я хочу комментировать, я выбираю то есть есть такой инструмент. Так, комментарии. Вот. Комментарии. Вот. И вот я беру выделение текста. То есть для этого я, если текст изначально не распознан, его распознаю. Распознавание текста в этом файле. Выбираю русский язык здесь и запускаю ОК. И он достаточно быстро распознает. И когда текст уже распознан, но когда я читаю то, что мне интересно, я отмечаю. Потом сохраняю, и вот это мои подчеркивания карандашом. Они все здесь сохраняются, то есть здесь можно по ним потом переходить, их можно комментировать, на них тоже можно отвечать. Вот. Пожалуй, все.